Всем привет, ребята, с вами Мишук Дочидит, и сегодня мы играем в игру под названием Roblox Natural Disaster Survival. И, кстати, я себе купил микрофон. Я надеюсь, меня стало лучше слышно, и не слышно звуков, которые за фоном. Но я не знаю, куда этот микрофон сейчас мне закрепить, поэтому я его просто держу. Ну, сейчас попробуем сориентироваться. Так. Я надеюсь, что так вот нормально. Так, сейчас. Да блин. Так, я надеюсь, что микрофон закреплен нормально. И у меня все должно работать. О, картинг. Блин. А на меня не осталось. Почему так? Но все равно здесь проблемная карта. Поэтому я пешком карту пройду. О, кислотный дождь. Так. Куда прятаться? Куда прятаться? Куда прятаться? Куда прятаться? Тихо, тихо, тихо. Во, вот сюда можно. Фух, спрятались. Теперь просто ждем. Так, мне так кажется, лучше микрофон куда-нибудь сюда переместить. Ой, ой. А, ну все, я сдох. Все. А, нет, вот сюда можно. Вы смотрите на шкалу жизни. Я просто с маленьким хп еще жил. Либо это у меня телефон так виснет. Сейчас. Ну да, много народу, по сути, выжило. О, запустить землю карта. Launchland. Классная карта, я вам скажу. Да боже, пустите меня. Сейчас покажу, почему она классная. Оу, сейчас. Типа здесь на шаттле полететь можно? Ты можешь нормально зайти? Сейчас, подождите. А все, он откинулся. Все, здесь уже никак не зайти. Либо надо наверх идти повыше. А, грозовой шторм.
Так, бежим, 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 бежим. Надо вот. Сейчас буду где-то здесь вот стоять, наверное. Все, так, сейчас подумаю, куда микрофон этот деть. Сейчас. Ё-моё, так. Все, вот нашел способ. Спускаем микрофон. Все. Теперь вроде нормально все будет слышно. Короче, пока просто вот. О, я выжил. Я второй в строчке, кстати. Кстати, вот эта вот машина, она делает мультидизастр, то есть несколько катастроф. О, это вот база, вот эта вот с закручивающейся хренью. Все, погнали. Так, облака. Так, я давно этот Disaster Survival не играл, но сейчас нужно подумать. Ой. Ой, землетрясение, землетрясение. Валим, 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 валим. Валим отсюда. Да чем меня бьет? Да. Блин. Давайте сейчас последняя катастрофа и будем заканчивать видео. Вот все люди, которые выжили. И сейчас последняя катастрофа. Интересно, какая же она будет? Так, давайте чат вырубим. О, счастливый дом. Примем, ладно. Раз он моего же года рождения. А, ну да, вот лучше зайти, потому что вот тучами заволокло. Вдруг это наводнение. Но если наводнение, то здесь никто не выживет. Потому что тут весь дом затопит. Ну, может быть, пару выживших будет. Ладно, я отсюда выйду. А здесь тоже занято, здесь занято. Так. Да, это наводнение. Все, нам хана.
А! Давай, 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 лезь, лезь, лезь. Быстро, 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 быстро. Ну, собирайся ты, давай. Боже. У меня такой вопрос к этому чуваку. Ты чё, долбанутый? Там дальше пройти можно. Ну ладно, все. На этом мы будем сегодня заканчивать наш видеоролик. Что ж, а всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Впервые прошу написать комментарий, как вам мой новый микрофон за 200 рублей. О, один выживший всего. Всем удачи, всего доброго, всем пока!